А, ой, вот, подожди, справа мышки. Написано, не за... Ух, какая графика интересная. Ой, здрасте. А это твое лицо прям вижу, привет. Я что, веб? Так, подожди. Не забудьте забрать снаряжение. Фонарик расходует в два раза больше батареи, когда вы используете режим стробоскопа для отражения сущности. Что? Используйте планшет для определения местоположения товарища по команде и не забудьте вернуть планшет место перед использованием режима фонарика. Что в камере есть режим ночного видения, но будьте осторожны с батареей. Подожди, а так разговаривать так, стой, в игре стой, стой, стой. Или... Не-не-не, тут в игре хреновый войс. Открыть. Ну, по крайней мере, в прошлой части был хреновый. Ну, кстати, усиление работает. Вот, так, мы рейнджеры, желтый, голубой, синий. Подожди, а где? А, вон зеленый. А я зеленая. Давай, так, подождите, вы идите, да, давайте, ребят, давайте счастливо, а потом расскажете. Короче, я беру А, подожди, камера с зумом и ночным видением. Так, нужен фонарик. Как будто бы час, чтобы сдать эту игру. Так она в раннем доступе. Подожди, а как фонарик... Ага. Какая-то так, камера. Стой. Не, камеру не хочу. А как выкинуть? Ой, я выкину. Так, я камеру возьму, я камеру возьму, все. Я сломал планшет. Я желтый. Бля, а представьте, о, с такой графикой этот, Little Company. Да. Бля, ну это ужасно. Мне не нравится. Начните процедуру открытия порога. Я начинаю, ребят. Итак, с вами Джонни Ноксвилл, и сегодня мы... Кто желтый? Кто в обоссе на этом комбизе? Я желтый. Я поддал. Это Саша, понятно. Он подал себе, как говорится, в экзокостюм. А что-то не открывается, ничего не лутается. А давайте я сделаю фотку групповую перед тем, как мы зайдем. Давайте, у меня вот есть камера. Встаньте рядышком. Только я не знаю, что за игра, да? Не, я тоже не знаю. Я тоже не понимаю. Ты что, нажал? Вот ты нажал. Ты что сделал? Я могу не отжать. А у нас что-то три... Три сучка. О, все, пошли, ребят. Все, работаем. Работаем, господа, работаем. А что делать? Не знаю, без понятия. А как Night Vision врубить на камере, ребят? Ребята? Ну, пока ничего такого нету. Бля, я знаю, что я все это знаю, ты такие ваши эти пугалки-страшилки. Бля, тут током бьется. Чего? А это как не ты фонарик, это делаешь? А ток? Это фонарик, что-то как-то кто-то долбит фонариком. Ну, это вот, ПКМ, нет, надо нажать. Я просто ПКМ нажимаю. А как у меня написано с ночным визором, типа камера, а где ночной визор? Попробуй на N. Почему у меня фонарик так хреново? Найт. А как бить фонарем электро? ПКМ. ПКМ, да? Ребят, по-моему, у нас крайне низкие шансы выживаемости, как бы. А кто желтый? Я же был желтый. Я желтый. А он желтый. А я босс, все нормально. Он, у тебя батарейка села. Вот тут подозрительная комната есть, пойдем сюда. А ты где? А, вот ты в обоссанном, все. А у меня да, не да, работает Night Vision, я типа вообще хер знаю, что у меня. У меня нормальные фонарики, а у меня он мигает. У тебя батарейка садится. У тебя кратнул, может, типа, или это, с перегоревшим диодом. Погодите, тут что-то... Нет? Да, что-то пикает, пиликает. Бля, ребят, не бросайте, у меня же фонаря нет, у меня камера гребаная. Бля, а планшет есть? Фонарик, давай поменяемся. Ну давай, надо. Давай. Давайте давай. Спидраним эту игру и все, и пойдем в следующую. Блядь, ага, о, все. Блин, а как взять-то? Эй, в нем батарейки сели, мило! Бля, ну кого? Блин, батарейки сели на этом. Как забрать? Андрей, я тоже раздал фонарик. Пиздец. Все, я поднял, нормально, погнали. У нас фонарь, камера, которая без Night Vision, и что-то у Милы еще, по-моему, было. Нет, ребят, ну, короче, по-моему, ребята, это рестарт. А мы уже... А вы нажмите, у вас... Вон, бегай с камеры, смотри, смотри. Да, вон, побежали. А давайте в прятки. О, погодите, я что-то нашел. Мне кажется, смысл игры не в этом, Саша. Да, ну пока не понял, в чем смысл, можно в прятки. Мыши щет был жутко стрёмный, обык был не люди, а теперь толпой огромный. Ходят девушки за ним. Мы его не победим. Так, тут ничего нет, я ничего не нашел. Кого его-то? А вдруг там она, а не он? Ну, кто знает. Сейчас узнаем. Вот тут, смотри, узкая какая-то. А, это не то. Подожди, а что это? Что? О, я нашел что-то! Не-не-не, не пойду нахуй! Чего нашел? Короче, вон там что-то этот, как его, что-то вон там красное туда забежало. Проверь. Ну, я прошел, проверь. Давайте, да. А, во, все, подъем на нижний этаж, смотрите, нормально. Мы куда надо, походу, пришли, да. Подъем на нижний этаж, это называется спуск. А где ты? Подожди, вот здесь же. А, там еще красный. Ну пойдем в красный туда сходим. О, смотри, это выглядит как максимально безопасное место.
я упал. Это выглядит прям как максимально безопасное место, не? Ну, слушай, надо идти. Я, кстати, вас потерял. Ага, ну у нас есть какой-то, что, радар, мы найдемся. Есть, я вроде куда-то пробежал, тут красная комната, да. Похожа на 50 оттенков серого. Вот страшно, это я вот. Я не знаю, что я сделала. Ой, тут а какая-то маленькая. А где вы, ребята? Мы движемся по обеде. Я вот самая левая. Что не? Ребята. Да мы, да-да-да, мы сейчас тут вам. На меня шипит что-то. О, Андрей, дверь на углу. Да, давай, давай. Это значит, это плохая планировка. О. А вы... Ивана комната. Ага. А, Дима, у нас и генератор. Чего? Сейчас заведем. Смотри, это генератор, мы сейчас заведем телевизоры. Давай, давай. Где вы все? Ты завел? Я... Нет. Блин. Внизу. Ты чё? О, Мила, я... Мила, привет. Да, это ты. А я, это я. Короче, я вот там по норкам. Я по норкам там лазил, мне не понравилось. Попробуй нажать, а я пойду. Там был страшный звук, и все, после этого я выйду. Да, на меня тоже шипело что-то. Мы были, кстати, слышишь? Да, 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 смотри. Здесь... А, Андрей, я все открыл. Во, вот туда, смотри, вот справа мы не лазили, пойдем сюда. Все, Андрей, телевизоры заработали. А, да, кстати. Они тоже лазили, да. Давай теперь ребят идем. А, нет. Мил, мы... Ну пошли вернемся тогда в централку. Мы где телевизоры? А что это? Использовать код? Для управления. Без сигнала. Используйте его для управления колесом, дроном. Вот, да, мы отсюда вошли. Вот здесь мы были. Ребята, нужен код. Код нужен, код. 5-6-1-1. Ну вот это ж точно не такой. Ну давай попробуем. Ну попробуй. Они пробуются. А ты вверх, вниз, ты... Нажимай. А я не могу. Давай. Наш вот. Щит был жутко скромный, рабок был и нелюдимый, а теперь толпой огромный ходится. А я потерял Милу, ну все, мне пиздец. О, это кто? Это Мила, да. Вот. Это мы все, да. Вот, все, мы все нашлись, отлично. Нам надо цифры найти, правильно? Ну пойдемте сюда. По идее, да. А давайте разделимся, это уже всегда помогает. А это генератор, который вы нашли, да, типа? Да, я его включил. Мы его включили. Так, я понял. Без сигнала. Так, вхождение. Я... А что? Я за дрона играю. Ну пойдем сюда. Пойдем. А, вот, 2, 3, 4, 6, 9. Пошли. Возвращаемся. Ай-яй-яй-яй. 2, 3, 4, 6, 9. Давай, Мил, мы умные. Вот и все, видите, игра несложная. Изи, изи, просто. О, там... О, это... дрончик. А. Он не андроид, он андрон. О, а. Код 23469, кстати. О, хорош, пойдем, Андрей, иди, види. Есть слева кто-то, можешь посмотреть? Слушайте, мы до сих пор не знаем, как врубить Night Vision. Меня это немножечко раздражает, если честно. У нас есть Night Vision, ты уверен? На камере есть. На камере было написано есть, ну. FG. Там кто-то поет за стенкой. Хорошо, что стамина не заканчивается. А, я могу записывать, типа, да? Все, что происходит. Андрей, все, Андрей, пойдем. Нахер... Андрей, пойдем. Вот кто-то тут пел. Это я. А-ля-ля-ля. Нет, нет, нет. Вы не слышите за стенкой? Нет. Нет. Да-да, поет. Я и правда... По-моему, это heavy metal, не? Опа! Услышал какой-то звук. Это я пукнул, сорян. Ну, просто страшно. А-а-а. Так, Андрей, куда мы ходили? Так, давай налево. Здесь косая дверь. О, косая аллея. Косая дверь, косая дверь. Ой, я пойду смотреть сейчас. Косая дверь. Ой, бля, мне поплохело. А, кстати, а мы на потолке, Сань. Да? Да. Да-да-да, все нормально. Что это было, бля? Ебать, бля. Бля, что ты сделал? Нет, там ебака была. Ладно, все. Куда она делась, подожди. Толь, начинай снимать. Она налево пошла. Давай, я снимаю, да-да-да, давай. Давай, на мувик. Итак, давай, мы с ребятами прошли куда-то, здесь потолок на земле, земля на потолке, и Саню за попу трогал кто-то темный. Здесь никого нет. Я снимаю, ребята, я снимаю. Так. Здесь безопасно. Здесь везде опасно. Вот смотри, где темно, здесь прямо что-то есть. Ну все, я не буду тогда снимать, потому что ничего не происходит. Мне не интересно. У меня фонарика нема, все. А ты его выключи и подожди. Да я... Не, ну слушай, если с фонариком Милу сравнивать, то твой еще прожил очень долго. Да. Так, мы вернулись в эту стрепуху. А, нет, кстати, мы здесь не были. Мы здесь не были, вот сюда надо, смотри, вот так проходишь, вот. И вот сюда. Ой, ну вы как думали, я ж гений, все, пойдемте, со мной не заржавеет.
А теперь мы справа или слева? А я не понимаю. Теперь мы в жопе вроде как, не? Снизу. Что? А, все, я понял. Еще... Погнали. Ой, бля, меня стошнит сейчас реально. Подождите. О боже, о боже. А, вон Ген, пойдем к Гену. Гена на... Вену? Да, да, вот Ген. Какую вену? А он Ген, убежал, вот. О, пацан, Трей, я нашел лут. Фонарь, не, не работает, я все это пробовал. Вообще ничего не могу взять. Ого. А ты на какую кнопку пробуешь? А вот я в зеленую идею хрень. Вон дверь открытая. Ну да, я вот в эту пошел. Андрей, короче, мы же не знаем, куда точно. Я тебя сейчас обобрал, и надо на ЛКМ брать. Леша, пойдем. Смотри, какая красивая комната. Мы можем вот здесь походить по кругу. Все, я понял. Погоди. Ой, давай. Мил, встань под меня. Встань под меня вот здесь между столбиками. Встань. Я, походу, загадку нашел. Где ты? Так, а куда они пошли? Куда они пошли, Андрей? А я не понимаю. А вы, ребят, куда пошли? Смотри, теперь нужно одновременно прыгнуть и как в Человеке-пауке сосемся. Давай. Эй! Ладно, пойдем там вот дверь. Ой, кошмар. Нет, откуда? Мы не пришли. Мы вон оттуда пришли, алло. Оп. Тут насрано, ребят. Я вас снимаю. Точно тут еще не было? Где не, давайте все вместе, не убегай. Ну куда-то понесло тебя, давайте все вместе. А я, когда нажимаю правой кнопкой мыши, я уже вас поснимал или надо что-то нажимать? Ну это ты режиссером работаешь. Танкует, танкует! Я поснимал! Все, этого человека больше не спасти? Да. Мила! Я не понимаю, Нет, на левую сторону, в левую сторону, в левую сторону. Да какую левую, это правую сторону, убегай. Кто с камерой, она сзади тебя? Я с камерой. Ты сзади Милы бежишь, да? Она за вами бежит, я наблюдаю. Нет. Да, ты просто ее не видишь, она в инвизе сейчас пока что. Короче, я готов. Мила, не убегай от меня, я хочу, чтобы тебя съели первой. Не бесит меня, Андрей. Наша дружба не настолько крепка. Толь, я тебя спасу, Толь, да, я тебя спасу. Да-да, реанимируй меня, реанимируй. А как? Да нет, что ты делаешь? Саша, ты чё, хуй? А как реанимировать? А, ой, смотри, дырка. Ребята, а Саша делает грязные вещи со мной какие-то. Какую дырку, подожди. Короче, Толь, смотри, прикол, я нашел тут лут, может мне их бросить? О, лутик. Да это, блин, я нашел другой. Подожди, я сниму Толю. Эй! А можешь снять, как я его реанимирую? Да, давай, я снимаю. Да вы чё, охерели, алё? Где тут вкусное дыхание? Отлично. Так, мы не тем заняты. Мне кажется, весьма тем. Фонари все обновили, чтобы на ПКМ у вас тык-тык-тык-тык был? Нет. Нет, а я с камерой. А мы уже заблудились? А что нам нужно в этой игре вообще сделать-то? Выбраться, скорее всего. Так зачем мы зашли, если нам надо выбираться? Мы не очень умные, судя по моему трупу, даже вот так вот, если как бы грубо говоря, то как будто бы не то, что гений, знаешь. Короче, ребят, пролагнул, знаешь, где-то монстр. О! Маленькая дырочка. Сань, посвети тут. А, мы отсюда вышли. Не-не-не, подожди. Так, может, дальше? Вот, вот сюда маленькую дырочку. Стойте, идите сюда, за мной. Так, ты с камерой, все. Не за мной. Тут... Тут хуй... Это ремонт говно. Это не дырочка, это буквально... Да я, ну, ты за... Чисто геймплей раскрываю, поняли? А, монстр, ты думаешь, ты нас убьешь? Мы сами справимся. Сейчас я нарисую Вульфа. Как я понял, прохождение встало. Значит, смотрите, третий исполнитель — это на R. Опустить на R? Человека на G английском. Опустить? А поднять? Нет! Мой фонарик, который работает. Смотри, я могу пока показывать дисплей. Заебись, вот этот. Смотрите, коммуникация, вокал на V. Алло, как слышно? Раз. Меня слышно, прием. Очень плохо слышно. Ну, Саш, достань пинус. О, там пук-пук было. Короче, что вы поняли, на букву Е вот это маркер, это типа, ну, по мече, где мы были. Ну да, я вот намечался уже. А почему меня одного только ебало? Понять не могу, я неудачник, что ли? Ну, мы тут были, подожди.
Может, он... О, кто-то, смотри, коричневый след на стене оставил. Это КамАЗ. А мы будем рандомно, да, помечать стены? Просто так? Ебака. Давай-давай-давай. О, добро пожаловать. Добро пожаловать. Не-не-не, я отбил. Да ПКЕ, вы шо? Ой, Саня, фонарик-то сел вроде бы, да? Не-не-не-не, смотри, я показываю, как играть в эту игру. Или он наестся, сейчас отвалит. Короче, я понял, что он толку Андрей никакого. Снимает Саня горцует. Давай, Андрюха. Андрей, снимай грязь, как я его. Как я его, смотри. Андрюх, смотри, как я его. Ой, фонарь сел. Остальщий день, когда он сядет, фонарик. Пленка-то не бесконечна, блядь. Все, Андрей, фонарь сел, уходим. По-моему, на тело Милы больше расстроился сам монстр, чем ребята, блядь. Нам нужно туда, потому что тогда и Толю там ебали. Ага. А, вот какая у вас логика, да? Ну смотри, он пока занят, ему ничего не надо от нас. Кстати, ну да, наверное. Смотри, показывай, снимай, как я сейчас его... Давай, снимай. Сейчас, это... Давай. На мувик. На тебе. Привет, с вами Анатолий КамАЗ, Андрей и Мила. И сегодня мы будем кидаться хуй... говном в монстров. Саша, ты пробегай, он тупой, пойдем. Эй, и то, что пойдем. Я умер, еще не обозначает, что я тупой. Смотри, а может это монстр-павук, и типа смотри, вот ты когда жучкам рисуешь линию, и они не могут пройти. Всё. Я просто думал, там у нас максимально залагало. Вокруг себя белым круг нарисую, я видел это. А, вон, смотри, там накакана на полу. О, накакана, кстати. Смотри, с ребятами. Вы так сильно дергаетесь. Да, они как будто передергивают. Почему как? А, вон фонарик у вас есть. О, пошли. Ну, короче, монстр я отбил. Андрей, все, дальше просто проходим. Да, монстр просто Милу проглотить не может. Не, просто Толя покушал, он насытился, но он так-то жаден, и поэтому он такой, типа, ну, блин. Это слушай, как Андрей, всегда, на ночь хотел докинуть, а вышло. Да. Давай, включай ген, Саш. Включаю, раз. Все, пошли. У меня люди в чате, Мил пишет, я не буду смеяться над этой шуткой. Там Андрей реально, знаешь... У меня была шутка, что монстр не съел Андрея и Сани, потому что один слишком говнясь, а другой худой. Подожди, стой. Уточни. Я не буду. Саш, ты худой. Зачем я попросил уточнить? Opening Security. А, мы открытая сипука. Андрей, у нас нет фонаря. Осуждаю, наверное, но я не уверен. Я буду светить планшетом. Давай, свети планшетом, Саня. Я не могу зайти, я пытаюсь спиной зайти, не получается. Подожди, Open сипука пишет. А может еще что-то нажать надо? Пойдем туда. Может быть, конечно. У вас два кабеля. Каждый ведет к генератору. Да. Сейчас Андрей монстру расскажет, что в тюрьме есть три касты. Четыре. Эу. Уже три. Он Милой прокакаться не может, все нормально. Стало поперек горла. Мила сражается даже после смерти. Пойдем, сипука, пойдем. Подожди, тихо, нет, я в темноте плохо вижу, мне страшно. Давай, пойдем. О! Что-то там за буль-буль. Ага. Слушай, ну когда провод на этом на полу, вообще все видно. Ну да, очень удобно, кстати. Не могли всю карту так сделать? Чего мы бегали? То есть двух товарищей теряли. Ну все, заходи. Я рисую кружок братьев Винчестер. Подожди, а что не так? Вы что-то как будто бы не сделали или что? На второй нужно, типа, может, одновременно нужно нажать, Сань? Ну, либо одновременно. Да, давайте одновременно. Сань, давай ты налево, а потом беги направо. Уже я жду. Это не одновременно, это вообще не так. О, бля. Так, ключик не надо здесь. Ключик тут все, чики в амбоне. Это все проверил. Топливо есть. Саш, но он там до сих пор кричит, я не понимаю. То ли он блаженный, то ли что. Какой-то монстр дурашно. Слушай, а может то, что я его залагал, он теперь не работает, этот монстр? Да. А, Саня, бегом на выход! Саша! О, закрывается дверь. Закрывается, Саша! Реально закрывается! Саня, прощай, все, ты не успел! Нет, Саня! Нет, Саша! Так, я поснимаю.
No diving. Это нельзя дайвингом заниматься. Ну, ты тут плитка, дурашка. А о, плитка, дурашка. Андрей, давай дальше сам. Хотя нет, это не работает, я не пойду. А я что-то не понял, погоди. Ну, закрой дверь, сейчас это придет. А как закрыть? А, все. Сань, ну, а попробуй с той стороны закрой. Ну давай смотри, складываем мозги, да? То есть почему-то дверь не работает, а та работает. Правильно? Я тебя не слушал, извини. Я не понял. No diving, видишь, я все не плавать. Вот что произошло. Как хорошо, что ты зашел, Саша. Я разгадал загадку, я понял, как игра работает. И куда ты пукнул? А, тоже написано стрелочка, no diving. Это было ключевое слово. О. Да, сюда, нахуй. Да. К сожалению, следующий уровень пока недоступен. Изи. Легчайший, я считаю. Давайте поаплодируем нашей Тиме, это было жестко. О, потрясающее продолжение этой игры, рефанд под названием. Да, да. За 3 косаря ТНГ можно и резик третий взять, ремейк. Братан так хорош, и знаешь, как найти папирос. Вокруг тебя люди, которые хотят тебя поздравить с днем рождения и подарки подарить. Пожелать тебе удачи, отлично время провести. Тебе уже 17, можно тортику купить, все заброшки посетить и по крышам походить. От охранника бежать и весь день угорать, ведь круче твоего дара ничего не может стать.